Армения настроена решительно в вопросе открытия коммуникаций в регионе. Как передает Ахарас, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду на заседании правительства. Пашинян напомнил, что 24 августа, представляя в парламенте пятилетнюю программу правительства, он заявил, что углубление или урегулирование отношений с соседними странами будет одним из важнейших направлений работы властей Армении. Как вы знаете, после переизбрания на пост премьера я уже успел побывать в Иране, а сегодня еду в Грузию. В повестке вопросов, которые обсуждаются как с Ираном, так и с Грузией. Серьезную роль играет тема развития региональных коммуникаций, и в этом контексте я придаю значение проекту «Север-Юг», отметил глава армянского правительства. По его словам, для Армении чрезвычайно важно установить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Для решения этого вопроса в трехстороннем формате Армения, Россия, Азербайджан обсуждается вопрос открытия коммуникаций. Мы решительно настроены и готовы приложить усилия для достижения конкретных результатов, осознавая, что Баку также стремится получить связь с Нахчеваном, отметил премьер. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!